Всем большой привет! Вы на канале Просто Рецепт. Сегодня готовлю очень вкусный блинный торт. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Вот такие продукты мне понадобятся для приготовления этого блинного торта. Для блинного теста я взяла 250 мл воды, 250 мл молока, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, чайная ложка сахарного песка, пол чайной ложки соли, 1,5 стакана муки. Для начинки мне понадобится 300 грамм грибов, у меня сегодня вешенки, 140 грамм творожного сливочного сыра, 200 грамм сметаны, 1 луковица средняя, 6 средних картофелин. И для картофельного пюре мне понадобится 30 грамм сливочного масла и немного молока, а также зелень, небольшой пучок, черный молотый перец и соль по вкусу. В чашу вылью молоко, воду, добавлю яйца, сахар, пол чайной ложки соли, размешаю венчиком. Высыплю всю муку и замешу в блинное тесто. В конце выливаю растительное масло. Все еще раз перемешиваю. Тесто для блинов готово. Блины жарю на хорошо разогретой сковороде. Немного смазываю растительным маслом. Пеку блинчики с двух сторон. И пока жарю блины, поставила картофель отвариться до готовности. К нему добавлю соль и 2 лавровых листа. Вот такие блинчики получаются. Картофель отварился, я с него слила жидкость, немного его помну, добавлю теплое молоко, главное, чтобы молоко не было холодным, сливочное масло и хорошо разомну, приготовлю пышное воздушное пюре. Картофельное пюре я немного присолю. Лук нарежу мелким кубиком. И обжарю его на сковороде с добавлением небольшого количества масла. Посолю и поперчу по вкусу. Нарежу мелко грибы. И обжариваю их на сковороде с добавлением небольшого количества масла. Грибам добавлю соль, совсем немного, и черный молотый перец. Готовым грибам выкладываю лук. И добавлю 3-4 столовые ложки сметаны. Потушу еще минутку на небольшом огне. Зелень мелко порежу, в оставшуюся сметану выложу зелень и творожный сыр. Все размешаю. Теперь буду собирать торт. Выкладываю блинчик, смазываю картофельным пюре. Теперь снова блинчик и выкладываю грибы с луком. Опять блинчик, творожный сыр со сметаной. И так чередуя, собираю весь торт. Сверху я хочу этот торт немного украсить.
Шикарный блинный торт получается по этому рецепту. Он очень вкусный, ароматный и сытный. Такой торт можно приготовить с любой начинкой по вашему вкусу и желанию. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и близких вкусными рецептами. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я с вами прощаюсь, всех благодарю за просмотр этого видео. Всем до скорых встреч и пока-пока!